Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Grandstar.ru. Сегодня мы рассмотрим с вами новый карнавальный костюм для аниматоров. Это костюм кукла Лол Балерина. У нас есть несколько вариантов куклы Лол. В предыдущем видео мы уже рассматривали королевы пчелок, несколько вариантов. Сегодня мы рассмотрим балерину. Вот так вот он выглядит в запечатанном виде. Все костюмы качественные, яркие. Давайте посмотрим, из чего состоит данный комплект. Здесь у нас в товаре визитка интернет-магазина Grandstar.ru. И давайте посмотрим сам комплект костюма. В комплект у нас входит вот такая вот яркая шапочка, головной убор с рожками такого сиреневого цвета. Внутри она на поролоне, она объемная. И также идет подкладочка из велюра, мягенькая подкладочка. Шапочка универсальная, она идет в одном размере, подходит абсолютно на любую голову. Такая вот яркая, замечательная шапочка. На фотографиях смотрится просто отлично, потому что костюмы качественные, яркие. Не пожалеете, если приобретете такой костюм. В комплект у нас входят гетры. Вот такие вот розовые гетры. Смотрите, они переплетаются с белым. Здесь они идут на резиночке, такая небольшая резиночка снизу и сверху, тоже небольшая резиночка, чтобы с ножки не спадала. Такой ярко-розовый вариант. Далее в комплект у нас входит кофточка. Вот такая же ярко-розовая кофта из такого же материала сделана, как и гетры. Кофточка здесь также с ленточками переплетается, она универсальная, тянется также. Кофта довольно плотная. То есть она ни на один раз ничего не порвется, не переживайте. Рукавчики сделаны из сеточки бежевого цвета. Сзади кофта выглядит у нас вот так. Здесь имеются петельки для того, чтобы кофточку можно было завязывать. Она утягивается как корсет, если кому-то она немножечко большая. В комплекте также идут ленточки, чтобы перевязывать кофту как корсет. Далее в комплекте у нас идет пояс, такой вот пояс атласный, это он крепится на юбочку. Сейчас посмотрим, рассмотрим юбочку. Вот такая вот ярко-малинового цвета юбка, смотрите, такая вот юбка, юбка на резинке, тянется. И вот потом вы просто сверху одеваете, вы сюда вот просовываете здесь такие большие петельки, чтобы просунуть пояс. Такая вот юбочка с поясом получается. Юбка из лазерной ткани. Внизу у нас идет фатин. Такой розоватый с белой окантовочкой. Фатин. Подкладочкой. Классная подкладка. Такая юбка довольно пышная. Не обращайте внимания, что они у нас сложены в коробочке. То есть, если вы увидите на видео, что они немного мятые, это все отглаживается, отпаривается. И юбочка приобретает красивый вид. Вот так вот выглядит юбка. Под низ юбки одевается подъюбник. Вот такой вот белый большой подъюбник. Вот он расправляется, он станет объемный. Такой вот белый подъюбник. Он также идет на резинке, то есть вот он тянется. Подъюбник можно даже не одевать, потому что юбка сама по себе очень пышная. Но если вы хотите придать более пышный вид, то тогда подъюбник, конечно же, стоит одеть. И последний элемент, который у нас идет в комплекте, это ботиночки, то есть имитация обуви. Вот такие вот ботинки, ярко-сиреневый цвет. Вот посмотрите, они все переливаются, такой сиреневый с розовым цветом. Ботиночки очень качественные, здесь подошва из заменителя кожи. Здесь также все на резиночке идет, внутри подкладочка из велюра. Очень удобные, они могут одеваться как и на ботиночки, так и просто на голую ножку. В них можно ходить как на улице, так и дома. Они прочные, плотные, много раз можно их одевать. Вот такой весь набор куклы Лол. Очень яркий и сейчас востребован среди аниматоров. Детишки очень любят данные костюмы. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru или позвонить нам по телефону. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.